Дорогие друзья, ровно 21 год назад, в апреле 1993 года, первыми игроками первой маркизы были студенты филфака, филологического факультета СГУ. Но с тех пор многие из них обременены знаниями, остепенены учеными степенями, и теперь они уже приводят своих студентов на наши игры. Сам филфак благополучно стал Институтом филологии и журналистики СГУ. И я очень рад, что 21 весну, 21 абитуриентский выпуск мы записываем здесь, вот в этом вот университетском зале, в этих святых для нас стенах университета. Ну, а чтобы немножечко смягчить естественно в этих условиях волнения, мы начинаем с музыки, и наших музыкантов мы вытащили для вас из самой пучинной битвы. Итак, уцелевшие и пришедшие со щитом из битвы хоров Гиги Куканашвили и Артем Царев. Нелегко пред вами стоять.
опять с высотою маня. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, я думаю, вы убедились в том, что эти ребята с честью и победителем вышли из битвы хоров. А сейчас, прежде чем мы спустимся с небес обетованных на землю, то есть к нашей игре, я хочу, чтобы нашу игру открыл единственный человек, который на самом деле имеет право это сделать. Поэтому я приглашаю сюда научного руководителя и создателя Института филологии и журналистики СГУ Валерия Владимировича Прозора. Дорогие друзья, на днях один из абитуриентов 2014 года задал мне такой вопрос, что связывает Институт филологии и журналистики Саратовского государственного университета с телеигрой «Маркиза». Ответ мой был такой: связывает прошлое, настоящее и будущее. И все мы вот вместе с ведущим передачи и еще десятки, сотни участников телеигры и прошлого, и нынешнего века, двух тысячелетий, она уже продолжается, действительно, 21-й год, все мы вышли из нашего родного филологического факультета. Славного, легендарного филологического факультета, которому совсем скоро исполнится уже 100 лет. Мы вместе с телеигрой «Маркиза» заняты одним общим делом. Мы сосредоточены на том, что называется, ну, наверное, главной, собственно, ценностью жизни человеческой. А главная ценность человеческой жизни – память. Вот отшибла память, и нет homo sapiens. И в этом смысле мы заняты особой разновидностью нашей памяти. Памятью читательской. Ведь память наша благодарна хранит очень многое из того, что прочитано, из того, что мы пережили, из того, что мы восприняли – и благодарно отзывается на это прочитанное. Вот из пламя и света рожденное слово, я вспоминаю эти строки Лермонтова, нынешний 2014 год, год его юбилея, 200-летия великого поэта России, 200 лет назад он рожден, прожил короткую жизнь, но он остается, он живет. Он с нами, он в нашей благодарной памяти, как в нашей благодарной памяти еще десятки, если не сотни, великих классиков. А классик мировой литературы – это тот, кто, чьи произведения пережили свое время, чьи произведения пережили своего создателя и остаются насущно необходимыми нам сегодня, сейчас, в настоящее время. И мы очень часто ворчали, да и продолжаем ворчать насчет того, что мало стали читать. Мало стали читать, меньше стали читать, оскудневает читательская память и так далее, и так далее. Знаете, вот 3 года назад я выступил с такой инициативой провести региональный конкурс «Власть слова».
и посмотреть, что же с нашей читательской памятью происходит. Происходит не у нас, у взрослых, а у тех, кто вступает в сознательную жизнь, у старшеклассников. И мы рассчитывали на 30, 40, 50 откликов, а пришли сотни. И пришли только, не только из Саратовской губернии, пришли из разных регионов России, пришли из стран СНГ и так далее. И мы убедились в том, что, в общем-то, здесь очень многое преувеличивается, когда мы говорим о том, что что-то такое с читательской памятью нехорошо. И вот третий год проходит этот конкурс. Вот мы завершили очный этап его, который называется «Голос русской классики». И вы бы слышали, как проникновенно, как благодарно отзываются на слово «классики» голоса наших ребят. Там были и 11, 10, 9, 7, 6-классники. И это залог того, что и Институт филологии и журналистики, и телепередача «Маркиза» еще имеют и хорошее, надежное будущее время. И, наконец, я хотел сказать о бонусах. За победу вот в тех турах, которые предложат нам сегодня сейчас ведущие, вы получаете сертификат победителя телеигры «Маркиза» 2014 года. И этот сертификат очень надежно пополняет портфолио. Вот без него вы не имеете надежных шансов все-таки обращаться в приемную комиссию, особенно по направлению журналистика, а здесь это весомый вклад ваш в ваши абитуриентские заботы и задачи. И еще один очень важный документ будет вам предложен. Он называется «Несгораемый бал». Поступить в ВУЗ сегодня, в общем-то, дело, ну, не очень сложное. Хотя и сложное, безусловно, мы все это прекрасно понимаем. Значительно сложнее учиться дальше. Вот перейти с колеи школьной на другую, на новую вузовскую, университетскую, институтскую дорогу, это очень сложное дело. И особенно масса треволнений вызывает, конечно, у будущих студентов-первокурсников первые в их жизни зимние экзаменационные сессии. Так вот, придуманный нами несгораемый бал дает каждому из победителей шанс спокойно себя ощущать на сессии, прийти на любой экзамен, предъявить этот несгораемый бал преподавателю, и он обязан будет на один балл поднять оценку по своему предмету. Это надежная защита, и вот победители игры «Маркиза» такую надежную защиту сегодня получат. А вот что касается победителей, значит, это, во-первых, те, кто угадают, кто будут участвовать в игре и отгадают. Вообще, игра строится очень интересно. Вот я всегда вижу здесь аналогию с футболом, потому что ведущий дает свой вопрос, мяч куда-то в центр поля, начинается игра, начинаются пасы, очень сложные, прихотливые, невероятно интересные, и в результате побеждает не всегда тот, кто начинает игру, и кто очень уверенно, может быть, даже ведет игру, а побеждает тот, кому очень удачный дан пас и мяч, точнее, правильный ответ прозвучал. И в этом смысле вот мушкетерский принцип, знаменитый девиз мушкетеров, здесь, безусловно, вживе осуществляется, потому что не просто один за всех, а все за одного, а здесь все работают, все играют на одного. На одного, на победителя. Я от всей души желаю каждому из вас стать победителем сегодня, здесь, сейчас. И, кроме того, мы обязательно отметим, вот здесь жюри, здесь наши преподаватели в зале, мы обязательно отметим тех, кто не только забивает гол, но и тех, кто активно
помогает, кто активно участвует в игре и подводит к победе, подводит к точному ответу. Может быть, сам ответ еще не прозвучал, но активная работа, активное участие нам будет заметно. И, наконец, вот встреча с героем, героем дня, актером или актрисой, которые придут сюда на эту сцену, будут вами угаданы, мы обязательно учтем самый точный, самый интересный, самый проникновенный. Ну, разные здесь могут быть характеристики. Вопрос, который вот в течение этой интересной живой пресс-конференции будет обращен к нашему гостю. Удачи вам, всего доброго. Спасибо. А теперь с небес к игре. И должен вам сказать, что обычно на наших абитуриентских программах мы все больше говорим о душе. Но сегодня я хочу внести некое разнообразие, поэтому темой, которая объединит все сегодняшние загадки, будут сюжеты, литературные сюжеты, в которых так или иначе действуют или упоминаются различные части тела. Итак, литературные сюжеты, где так или иначе действуют или упоминаются какие-то совершенно определенные части тела. Отгадайте, пожалуйста, в первом туре, или вернее, составьте мне, пожалуйста, некий фоторобот, который был создан в одном произведении русской литературы. Пожалуйста. Это произведение проходится в рамках школьной программы? Понять. Вы знаете, я даже не помню, находилось ли оно в рамках школьной программы, когда я учился в школе. А уж теперь не знаю. Скажите, пожалуйста, в данном произведении идет речь о фотороботе человека или же животного? В общем, я очень любопытен фоторобот. Хотя почему? Есть и неведомая зверушка, допустим, да? В данном случае речь идет о фотороботе человека. Пожалуйста. Это фоторобот мужчины? Был ли на этом фотороботе изображен мужчина или собран портрет мужчины? Да. Вы удовлетворены? Да. Я очень рад. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, это фоторобот молодого человека или пожилого? Ну, вы знаете, мне сложно сказать. Вот девушка, которая спрашивала о мужчине, вам хотелось бы, чтобы молодого или пожилого? Пожилого. Вам хотелось, чтобы пожилого. Это любопытно. Надо вам что-нибудь подарить за это желание. Ну, я попозже, хорошо? Мы запомним, что за фоторобот... Да нет, я не удержусь. Иду просто лично. Вот это третий том книги «Маркиза», который недавно вышел. На его странице вы можете познакомиться не только с гостями, но и с многими ветеранами программы, которые здесь говорят всякие нелицеприятные вещи, в том числе и обо мне. Вот вам за то, что вы желаете получить фоторобот пожилого мужчины, передайте, пожалуйста. Так, о чем мы говорили, значит, был ли это фоторобот пожилого мужчины? Вы знаете, я думаю, что составитель не хотел бы, чтобы мужчина, составленный на фотороботе, был пожилым. Я думаю, что в отличие от вас, он хотел бы, чтобы это был фоторобот не очень, чтобы этот фоторобот неплохо выглядел. Вот так, пожалуйста. Этот мужчина принадлежал к какой-то конкретной национальности? Ну, я думаю, что, вот посовещавшись с комиссией, мы думаем, что, наверное, да, потому что мне кажется, что... Ну, скорее всего, хотя, в общем-то, на фотороботе национальность не пишется, правда, а догадываться по чертам лица о национальности может любой, но это не всегда правильно и хорошо заканчивается. У этого мужчины на фотороботе были ли какие-то дефекты внешности, шрамы или какие-то другие вещи? Как бы вам хотелось? Если да, то это будет гораздо проще. Ну, понятно. Вот теперь мы понимаем, что хочет наша молодая абитуриентская аудитория. Ей мечтается пожилой мужчина со шрамом. Ну что, вам тоже книгу подарить? Но так с вашими вкусами о книг не хватит. А дальше все будет значительно сложнее. Спасибо. Значит, вы хотите, чтобы вам было проще, и вам нужен шрам. Я думаю, что составитель этого фоторобота не хотел дефектов на составленном им изображении. Мужчина с фоторобота был светловолосым? Вы знаете, вот о волосах там как-то не упоминалось. Волосы не входили в часть этого фоторобота. Но я уверен, что они были. Что, по крайней мере, отсутствие волос не предполагалось. Угадываю ваше
предпочтение, значит, он не должен был быть лысым, понимаете? Ни пожилой, ни со шрамом и не лысый. Волосы должны были быть. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, этот мужчина совершил какое-то злодеяние? Уже не спрашиваю, как бы вам хотелось. Должен вас разочаровать. Нет. А скажите, пожалуйста, у этого героя была спутница в произведении? А герой кто у нас? Мужчина. Чей фоторобот мы составляем? Да. Я должен ответить вам так. Если бы фоторобот был составлен удачно, то он бы обрел спутницу. А мужчина был на войне? То есть он уходил на войну молодым, светловолосым и здоровым, а вернулся пожилым, лысым со шрамом. Ну, такое тоже. Понятно. Такое бывает, да. Особенно в затянувшихся войнах. Но в данном случае об этом ничего не говорится. Спасибо. Составитель этого фоторобота положительно относился к составляемому фотороботу? Ну, безусловно, он хотел, чтобы этот фоторобот был... Число фоторобот, конечно, боюсь, вас сбивает. Но, да, я думаю, что все усилия составляющего или составляющие были направлены на то, чтобы это было как можно лучше. Составитель этого фоторобота был художником? Ну, к сожалению, нет. Нет. Пожалуйста. А вот тот человек, чей фоторобот вставляли, он работал? То есть, как бы, он работает, занимается какой-либо деятельностью? Или плагиатствует. Продолжаем наше забавное, значит... Я уже сбился со счета. Пожилой студент со шрамом разыскивается. Кем, кстати, он разыскивается? Что же вы не спрашиваете о том, кто разыскивает этого героя со шрамом, лысого, пожилого и с дефектами, вернувшегося с войны, потерявшего разум? Нет, не это главное. Главное – конечный продукт. Пожалуйста. А делали ли этому мужчине какие-то операции ранее? Мужчину, чьи фоторобот составляют? Может быть, да, в области сонной артерии. Ну, вы знаете, вот если бы был ясен, если бы фоторобот был удачно составлен, потом, вот после того, как фоторобот бы составили, возможно, его ждали все те приключения, которые вы ему так мило предлагаете. И поход на войну, и разрезание сонной артерии и даже ее сшивание благополучное. Если бы вот фоторобот был удачно составлен, тогда все это, возможно, произошло. Но пока еще... А можно еще один вопрос? О какой части тела вы сейчас будете спрашивать? О фотороботе. Пожалуйста. Был ли фоторобот объемным? Или он был на бумаге плоское изображение? То есть, если на бумаге, то плоское, а если не на бумаге, то объем? В объеме, если да, в трех измерениях. Значит, если в мыслях, или в одном. Если в мыслях, то в трех измерениях, если на бумагах. Да. То есть мыслит наш составляющий объемно, да? Да. Да, наш составляющий или составляющая мыслит объемно, и таким образом, значит, объем должен был быть. Спасибо. Все, пожалуйста. Судя по предыдущему вопросу, мой вопрос уже... Может быть, не надо судить по предыдущим вопросам, давайте что-нибудь новое. Ладно, скажите, пожалуйста, у фоторобота была подпись? Подпись? Да. Нет, подпись к этому фотороботу. Подпись к фотороботу? Да. Ну, знаете, я бы подписал его одним словом, можно подсказывать? Я бы подписал его одним словом «мечта». Пожалуйста. А скажите, тот, кто составлял фоторобот, был женщиной? Да. А фигурировал ли корабль в данном произведении? Ну, вы знаете... Каким-то образом? Вообще, был моряк в этом произведении один, но это не отразилось в фотороботе впрямую. Но моряк был. Моряк был. Что-то связанное с волшебством, сказителями? Нет, сказителей не было. Ну, были многие какие-то рассказывающие, уговаривающие, я бы сказал. Сказителей не было, уговорщики были в этом произведении. Женщина составляла робот своего возлюбленного? Ну, вот знаете, возлюбленный – это все-таки очень высокая такая. Ну, а кроме возлюбленного вы можете какое-нибудь определение дать? Ну, пусть так, хорошо, я отвечу вам «да». Целью составления данного портрета являлось найти этого человека или же имело какие-то другие мотивы? Ну, найти в детективном смысле вы имеете в виду, да? Существует какой-то человек, которого нам надо отыскать, так? Да. Нет, не совсем так. Я бы сказал, что целью фоторобота было его создание, этого человека.
Мечта, я же сказал, мечта. Хотите еще вопрос? Да, да, да. Пожалуйста. Если данная девушка представляла молодого человека, скорее всего, ее возлюбленного, то пришла ли она в конечном итоге к поиску этого человека? Встретилась ли она с тем человеком, которого представляла? Ну, вот робот, как вы понимаете, состоит из частей разных людей. Я бы сказал так, со всеми частями этого фоторобота девушка встречалась. Мужчина, изображенный на фотороботе, был мечтой девушки? Ну, может быть, мечта, конечно, да. Я же сам сказал, что подпись была мечта. Да, да. Мужчина, изображенный в мыслях на фотороботе, заметьте, в мыслях, объемный же был мечтой. И тема нашей игры – части тела. А этот человек, про которого составлялся фоторобот, он существовал на самом деле? Ну, или это была мечта, но такого не было? Одного такого не было, но каждая из частей этого фоторобота была знакома его составителю. Но человека не было такого? Одного не было, а части его были. Спасибо. А были ли у этого фоторобота какие-то особенные черты? Возможно, родинки, ямочки, может быть, что-то? Шрамы. Нет. Все, черты были хорошие, приемлемые черты, но без каких-то особенностей. Спасибо. Ну и так, мы выяснили, что некая девушка создает фоторобот своей мечты. Фоторобот мечты, но мечта – это все-таки понятие эфемерное. Предметы для мечты мы черпаем отовсюду абсолютно, даже не существующие, а эта девушка вполне прагматично составляет портрет своей мечты из имеющихся под рукой частей. Вот у нее под рукой есть несколько частей, из которых она, собственно говоря, этот фоторобот мечты и собирает. Пожалуйста. Этот фоторобот был размещен в публичном месте? То есть другие люди... Публичное место, я имею в виду, например, парк, что-нибудь такое. То есть другие люди, не только эта девушка, могли видеть этот фоторобот? Но если бы все его части собрались в публичном месте вместе, допустим, за игрой в домино, к примеру, или в шахматы, то гуляющие вокруг могли бы наблюдать этот вожделенный портрет воедино. Но это если бы они собирались вместе. Они собирались вместе, но не в публичном месте, а в доме. Этот фоторобот и собирательный образ включал в себя только внешние признаки или еще черты характера? Ну, там была и черта характера одна, насколько я помню, но в основном внешняя. Девушка задумывалась о том, что о происхождении образа? Угрожающе звучит. А вообще девушка задумывалась, прежде чем мечтала о каком-то фотороботе? Девушка, о чем она должна была задуматься? О происхождении образа. О происхождении этого образа. Благородная, работяга. Безусловно, превосходный вопрос. Девушке, составляющей этот фоторобот, принципиально было происхождение того, кто из него сложится в итоге. Девушка придумывала героя из книг? То есть собирательный образ был из книг? Нет, я же сказал, что из подручных частей и качеств. Девушка принадлежала к купеческому сословию? Как бы вам хотелось? Да. Да. Что, это все? Я могу только предположить. Да все мы только предположить можем, понимаете? Пожалуйста. Девушка – это главная героиня пьесы «Бесприданница» Островского, Лариса, которая собирала образ своего любимого из тех, кто ее окружал. Ну, вы знаете, вот все в вашем... В вашем ответе правильно, за исключением автора и героини. К сожалению, вы не правы, но ответ замечательный совершенно. Впрочем, что очень важно, вот та самая девушка, которая составляла этот пресловутый фоторобот, бесприданницей отнюдь не была, и это очень важно. Она была далеко не бесприданницей. И приданное ее нам абсолютно известно. Девушка была из высокого сословия? Девушка, как вы считаете, купеческое сословие высокое? Среднее. Среднее?
Вообще вот кое-кто из персонажей этого произведения, откуда мы черпанули и девушку, и ее вожделенный фоторобот, считает, что купеческое сословие, оно покруче дворянского будет. Да, но другие из этого же произведения считали, что дворянское, оно покрепче. Короче говоря, девушка была из купчих. Пожалуйста. Девушка искала себе жениха? Да. Можно предположить? Пожалуйста. Это произведение Гоголя «Женитьба». А фоторобот? Она составляла фоторобот своего жениха, ну, воображаемого, и брала, ну, каждую частицу, не знаю, как это сказать, сформулировать. Каждую частицу от реальных женихов, да, которые приходили в ее дом. Если бы губам Никанора Ивановича, да добавить нос Ивана Кузьмича, да дородность Ивана Павловича, да развязанность Балтазара Балтазаровича, то был бы вот тот самый без шрамов, с волосами, вероятно, русский дворянин, вожделенный жених нашей Агафьи Тихоновны. This is a song for the broken hearted. Who wants a stupid ground? They told me a teen never back down. Tomorrow's getting hard to make no mistake. Lucky, never lucky, gotta make it now break. It's my life, it's now or never. Пожалуйста, некую среду обитания одного
персонажа произведения русской литературы. Или можно точнее будет сказать так, среду обитания некого существа, описанного в произведении русской литературы. Пожалуйста. Это существо было человеком? Это существо кому-то представлялось человеком, но не было. Это существо обладало какими-либо магическими либо паранормальными способностями? Вы знаете, магическими, не магическими, но вообще это существо обладало очень серьезными способностями. Я скажу, какими, но тогда подскажу. Поэтому у этого существа были большие возможности. Скажите, пожалуйста, это существо в городе обитало или на природе где-то? Ну, я думаю, все-таки в городе. Спасибо. На природе, конечно, тоже поле для деятельности этого существа на природе, конечно, тоже есть, но в принципе оно горожанка. А кто-то представлял среду обитания этого существа? Правильно? Ну, скажем так, кто-то утверждал, что среда обитания этого существа именно такая. А это была женщина? Кто? Тот, кто утверждал, что это... Тот, кто утверждал, был мужчиной. Существо считало себя женщиной? Трудно сказать, кем себя считало это существо, но оно женского рода. И это вот совершенно точно. Я бы сказал, что это символично. Пожалуйста. Это существо в произведении было положительным персонажем? Боюсь, что нет. Одиноко ли было это существо? Ну, как вам сказать... Думаю, что нет. Думаю, что это существо. Нет, оно само по себе, конечно, единственное. Оно вот одно такое уникальное. Но среда обитания у него очень обширная. И оно в этой среде обитания, конечно, было не одиноко. Спасибо. Скажите, пожалуйста, а не была ли среда обитания этого существа вода? Ну, вы знаете, смотря на кого попадешь. У кого-то там и вода, конечно, и водится. Но... В широком смысле нет. Но у кого-то там, где обитает это существо, по мнению одного персонажа русской литературы, не женщины, там бывает и водиц вместо всего остального. Пожалуйста. Вы помните, дорогие друзья, что тема нашей игры – части тела. Это существо часто пересекалось с какими-либо людьми, животными? Часто ли оно общалось с кем-то? Да ну, оно там вот на протяжении времени постоянно общалось. Это существо умело летать? Это существо, среда обитания его была обширна очень, как сказал тот самый персонаж этого произведения, который и утверждал, что оно именно там, в этой среде обитает, была обширна, и, значит, существо было летучим, безусловно. Невесом, я бы сказал, само это существо невесом. Кому-то это существо представляется в виде человека. Пожалуйста. Находилось ли это существо всегда в одной среде обитания или имело право выходить за ее пределы, иногда появлялась где-то в другом месте? Вы знаете, существо это никого не спрашивало, где хотело, там находилось. Но еще раз говорю, что вот эта среда обитания была определена в одной смелой гипотезе одного персонажа произведения русской литературы. Именно этот персонаж утверждал, что вот это существо обитает именно там и больше нигде. Я думаю, что доктор Старцев, я бы сказал, профессор Старцев, знает, о чем идет речь. Пожалуйста. До этого существа можно было дотронуться? Не было ли оно духом? Вы знаете, вот я вам должен ответить «да», но как ни парадоксально, отвечу «да», оно было бестелесно, но дотронуться, если не до него, то до среды обитания этого существа было возможно. Более того, значит, в этом произведении даже прозвучал призыв дотрагиваться до среды обитания этого существа. Спасибо. Среда обитания или место дислокации, вот так по-военному скажем, место дислокации некого существа по-военному, потому что был призыв поэтому, по этой среде обитания ударять. Существо пытались выгнать из этой среды обитания? Ну, вы знаете, до сих пор пытаются. Весь мир, ну, по крайней мере, не весь мир, а отдельные, в отдельных странах до сих пор пытаются выгнать это существо из среды обитания, но не получается. Оно периодически то там, то здесь возникнет. Не буду говорить в отношении того, существует ли это существо сейчас вокруг нас,
но пытались выгнать. Пожалуйста. А это существо была ведьма? Но ее называли ведьмой? Ну, кое-кто ее представлял похожей на ведьму. Вот ведьма, представляете, там такой старуха с клюкой, да? Или ведьма, или ведьма это по Гоголю, такая молодая, красивая. Ну, колдунья. Колдунья, понятно. Ну, в какой-то степени это существо, конечно, ведьминские дела осуществляло. Спасибо. Средой обитания этого существа мог быть человек? Не просто мог быть, а по мнению нашего героя и был человек. Ну, не полностью. Тема нашей программы – части тела, правильно? Ну, и так, некое существо, летучее, бестелесное, но при этом обладающее огромной, чуть ли не магической силой, которая, по мнению одного персонажа русской литературы, обитает, ну, мы уже поняли, что в человеке, но не полностью в человеке. Его пытались оттуда выгнать весь мир безуспешно и до сих пор. В разных точках мира. Пожалуйста. А можно предположить? Можно. А может быть, это рассказ Куприна о лесе, где девушку считали ведьмой и пытались изгнать? Вы знаете, я вам должен сказать одно. Вот это самое существо никак не похоже на красивую девушку. Спасибо. А размер этого существа, оно большое или маленькое было? Существо такое всеобъемлющее. Оно же воздушное. Пожалуйста. А может быть, существо было зеленого цвета? А, кстати, по-моему, вы уже дали неправильный ответ. Олеся, это было неправильно. Ну, да. Так что вы не имеете права участвовать в этом туре дальше. Спасибо. Но я вам все-таки отвечу. Сугубо зеленым оно не было. Разноцветным, многообразным, бестелесным. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а вот это вот существо хотели изгнать из человека, например, по религиозным причинам? Вы знаете, существо было описано в то время, когда религия была не в чести. Знаете, его гнали никак не по религиозным причинам. Да, собственно, и гнали-то безуспешно как-то. Пожалуйста. Другие люди могли определить присутствие этого существа в человеке? Ну, вообще присутствие существа было заметно вокруг. По крайней мере, на него очень многие ссылались и сваливали все происходящее. Спасибо. Все происходящее оправдывали существованием этого, простите за тавтологию, существа. Скажите, пожалуйста, а вот действие во время этого произведения происходило в Советской России? Действие происходило в Советской России. Скажите, пожалуйста, среда обитания является голова или же весь организм вы человека? Вы пытаетесь ответить. Нет, пока. Называя часть тела, вы уже даете прямой ответ. Поэтому вы можете спросить, например, все ли тело человека или отдельная его часть, или пытаться ответить. Ну, не во всем человеке. Не весь человек, по мнению героя произведения русской литературы, является обиталищем, местом обитания, средой обитания этого существа. Не весь человек, а его часть. И действие происходит в Советской России. Существо бестелесное, оно похоже на ведьму, как мне кажется. По крайней мере, деяние его похоже на ведьму. Оно, если представить ведьму, как некую старуху с клюкой. И до среды обитания можно дотронуться. Более того, этот герой говорит, что надо очень сильно до нее дотронуться. Ну, пожалуйста. Герой, который говорит, что можно дотронуться, являлся возлюбленным? Этого существа? Да. Нет, нет. Тело, в котором обитало это существо. Значит, герой являлся возлюбленным тела, в котором обитало некое существо, похожее на ведьму. Вообще замечательная, нет, на самом деле превосходная версия, но в данном случае это совсем не та история. Но мне очень понравилось. До той части тела, где обитало это существо, можно было дотронуться без хирургического вмешательства? Да, можно было дотронуться без хирургического вмешательства. Она была, это часть тела на поверхности, во всех смыслах, прошу вас. Скажите, это существо можно назвать болезнью? Да. Ну, я думаю, что можно назвать его болезнью, да. Но только лекарства не придумали. У меня есть предположение. Вопрос задайте еще один. Еще один вопрос, хорошо. А в произведении в самом непосредственно это существо все-таки было как-то уничтожено? Хотя бы вот на примере конкретного человека.
Ну, вы знаете, вот поскольку этот конкретный человек воздерживался от неких действий, то в его доме это существо уничтожалось, или не появлялось, или появления его пресекались жестоким образом, потому что этот человек придерживался определенного порядка действий. То есть он там-то делал то-то, там-то, то-то, а там-то того-то не делал. А вот вокруг него это существо не было побеждено. И все это было в Советской России. Пожалуйста. Именно в Советской России. Именно в Советской России. Просто я вот видела именно не Советскую Россию, а некую страну, похожую на нее. Это такого не могло быть? Страну, похожую на Советскую Россию? Да. Нет. Ну, я другой такой страны не знаю. В произведении она была создана. А произведение было в произведении от Советской России. Обидно. Пожалуйста. А фигурировал ли как-то особенно в произведении «Желтый цвет»? Вы знаете, в другом произведении этого же автора «Желтый цвет» фигурировал по-особенному. В другом произведении этого автора некие растения желтого цвета играли особую роль, но в другом произведении. А в этом желтого цвета, честно говоря, не припомню. А вот в этом произведении... Ну, автор тот же. Какие-то физические манипуляции, ну, операции, но не на благо здоровья, а ради эксперимента проводились? Ну, операции и во благо здоровья, ну и ради эксперимента проводились в этом произведении. Ну, вы отвечаете. Я боюсь. А? Я не боюсь. Что, один ответ на двоих? Пожалуйста, крупный план вот этой девушки, посмотрим, как она реагирует на ответ. Если по ее глазам поймем, что она думала то же самое, то мы ее поощрим отдельно. Пожалуйста. Я могу предположить, что это произведение Булгакова «Собачье сердце», и местом обитания было тело Шарикова. Еще раз. «Собачье сердце». И местом обитания было тело господина Шарикова. Тело господина Шарикова было местом обитания этого персонажа. Ну, вы знаете, все-таки... Или как какая-то часть тела господина Шарикова. С огромным удовольствием подарю вам книжку, потому что вы сделали все для победы другого человека. Передайте, пожалуйста. Пожалуйста, прошу вас. Собачье сердце. Или собачья. Ну тогда ваше предположение. Или вы не хотите теперь говорить? Ну, нет, я теперь не хочу. Понятно. Ну что же, мы, по крайней мере, правильно выбрали. Прошу вас. Ну, это тоже собачье сердце. И это не тело Шарикова, а голова Шарикова. И, ну, стоп, сейчас, 5 секунд. Это существо гипофиз, который отвечает за... Нет. Понятно. То есть это самое бестелесное существо. Теперь мы, дорогие друзья, мы знаем, как выглядит гипофиз. Он похож на ведьму с клюкой, как некое бестелесное существо. Ведьма все путает. Понятно. Ведьма здесь. Ясно. К сожалению, вы не правы. Пожалуйста. Ну, собачье сердце, разруха в голове. Взрыв аплодисментов. Дорогие друзья, профессор Преображенский, реагируя на слова доктора Барменталя о том, что во всем виновата разруха, говорил, что кто такая разруха, доктор? Это что, ведьма с клюкой? Разруха живет в головах окружающих. И поэтому, когда эти окружающие перестанут петь хором, а начнут заниматься своим непосредственным делом, ремонтировать заборы и подметать дворы, тогда прекратится разруха. Если я буду... Вместо того, чтобы оперировать, петь в операционной, тогда у меня будет разруха. Разруха, разруха, которая живет в головах. Аплодисменты. This is a man's world.
of the road. Can we have a load? Match electric lights to take us over the dark. Men like the bull for the water, like the known men are. This is a man's world. Make them choice. Men make everything, everything again. Men make money. This is a man's world, but I would be nothing. Now a little deep, without a woman or a girl. Дорогие друзья, отгадайте, пожалуйста, некое совместное развлечение, описанное в произведении русской литературы. Совместное развлечение, описанное в произведении русской литературы. Это примерно то, чем мы сейчас занимаемся, но это еще не получило описание в литературе. Кто первый? Это развлечение было законным? Да, это развлечение было вполне законным. Пожалуйста. В развлечении участвовали два человека? В развлечении участвовали... Ну как вам это? Вот боюсь, отвечу и сразу же подскажу вам. Подсказать? В развлечении должны были участвовать двое. Спасибо. Это развлечение было именно какой-то игрой? Либо это имело какое-то другое название? Я думаю, что оно было весьма игривым. Веселым. Я бы сказал, оно должно было быть веселым. Это интеллектуальное было развлечение? Развлекались интеллектуальным путем? Ну, вы знаете, для того, чтобы участвовать в этом развлечении, безусловно, нужен определенный интеллект. Но не такой, как для того, чтобы его отгадать. Нет, я бы шутил. Я думаю, что особо серьезного интеллекта для участия в нем не требовалось. Хотя, возможно, и мы обладали участниками. Пожалуйста. Это должны были быть двое мужчин? Предполагались два существа мужского рода. Это развлечение сохранилось до наших дней или оно осталось в прошлом? Нет, оно не осталось в прошлом. Каждый из нас, ну, заручившись поддержкой соответствующего партнера, может в нем поучаствовать. Спасибо. Пожалуйста. А развлечением были шахматы? Вы считаете, что шахматы не очень интеллектуальное развлечение?
Нет, это были не шахматы. Скажите, а те двое, кто участвовал в этом развлечении, были людьми? Оба. Ну, хотя бы один. Хотя бы один был. Для участия в развлечении требовались какие-то дополнительные атрибуты? Кроме... А, вообще, вы знаете... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Безусловно. Безусловно. Спасибо. Один атрибут был необходим. Люди, которые участвовали в этом развлечении, должны были быть или им было бы проще, если бы они были в здравом уме и трезвой памяти, как ни странно? То есть не нужно ли было быть выпившим, допустим? Чтобы участвовать в этом развлечении? Ну, вы знаете, если бы это не была абитуриентская программа, я сказал бы, что там бутылка доброго вина не помешала бы для того, чтобы успешно участвовать в этом развлечении. Ну, по крайней мере, одному из участников. В принципе, она пошла бы на пользу, но не обязательно. Поскольку все мы можем принять участие в таком развлечении, я вас не агитирую. Можете развлекаться в абсолютной трезвости. Спасибо. Но атрибут один необходим. Пожалуйста. Развлечение проходило на свежем воздухе? Да, да. Должно было происходить на свежем воздухе. Второй участник – это собака? А первый? Первый человек. А может быть первый? Может быть второй человек, к примеру. Один из участников – это было животное? Да. Но вы помните, что мы отгадываем сюжеты, где так или иначе действуют некие части тела. Пожалуйста. А развлечение произошло на самом деле вот в произведении? Ну вот в этом произведении прям, может быть, оно не описывает, что оно произошло, но были наготове. Могли. Чтобы сказать, совсем точно подсказать, все предпосылки к этому были и предлагалось поучаствовать. Для этого развлечения был необходим поводок? Поводок? Нет, я думаю, что все можно было и без поводка сделать. А это животное должно было быть хищником? То есть речь... Нет, вы знаете, развлечение было весьма безобидным. Скажите, пожалуйста, были ли между этим человеком и этой собакой какие-то отношения? Может быть, человек был хозяином именно этой собаки, либо это была чужая собака? Это была, как это трагически звучит, это была чужая собака. Вы знаете, человек не был хозяином этой собаки. Ну уж если совсем подсказывать, то он был другом хозяина этой собаки. Скажите, пожалуйста, а это развлечение не состоялось из-за погодных условий, природных условий, ну, погодных, например? Не состоялось. Не состоялось. Да нет, оно вполне, оно, вот, судя по произведению, все шло к тому, что оно... Вот еще немножечко и состоится. Я думаю, что тональность такая, что чуть-чуть и пойдут развлекаться. То есть ничто ему не мешало. Они дожидались появления одного атрибута. Я думаю так. Вот вы задали вопрос, нужен ли какой-то атрибут для этого совместного развлечения. Я думаю, что все на мази, даже вина не обязательно было выпить, а может, и было выпить, я не знаю, но все дожидались участники появления этого атрибута. Атрибут появится и развлекаться. Пожалуйста. А этот атрибут можно было потрогать? Так же, как разруху, к примеру. Нет, вот чтобы потрогать этот атрибут, нужны гигантские технические приспособления, которых до сих пор, пожалуй, в нашем распоряжении нет. Нет, потрогать его было нельзя. Спасибо. Этот атрибут был небесным телом? Да. Что, все? Значит, единственный атрибут, который нельзя, по-вашему, потрогать, это небесное тело. Все остальное... Ну да, он был небесным телом. Да, да, да. Некое совместное развлечение, я бы сказал даже приглашение к совместному развлечению, в котором участвуют некий мужчина и некая собака и дожидаются появления некого атрибута, который является небесным телом. Вы догадались? Дорогие друзья, вот значит... Ольга Борисова, аплодисменты, поднимите, пожалуйста. Значит, один из ветеранов маркизы Ольга Борисова, она пообещала. Ольга Борисова пообещала, что когда вы отгадаете это развлечение, она его изобразит. Я ловлю на слове. Я ловлю на слове, Ольга. Сказали все. Приз вас ждет. Это развлечение должно было состояться в ночное время суток? Да, в ночное время суток должно было состояться это развлечение. Атрибут, которого появляется... Как вы уже поняли, в ночное время является небесным светилом. Это развлечение должно было сопровождаться какими-то звуковыми эффектами?
Ну, а где вы видели развлечение, которое не сопровождается звуковыми эффектами, если действительно настоящее развлечение? Безусловно, да. Вы хотите ответить? А Ольга Борисова проиллюстрирует. Собака выла на это небесное светило. Что? Собака выла на это небесное светило. Нет, ну нашли развлечение. В общем, у нас аудитория сначала начнет мерещиться, как какой-то ветеран неведомых войн, который вернулся лысым, со шрамами, значит, и тяжелыми повреждениями. Теперь в качестве развлечения они хотят повыть. Дорогие друзья, это не Ольга Борисова отказывается участвовать в этом развлечении, она его не будет. Нет, она не выла. Но такое неприличное. Ну почему же неприличное? Ну, просто, нет, развлечение приличное. Я просто говорю, что выйти – это не развлечение. Выйти – это не развлечение. Пожалуйста. Человек, с которым собака должна была предаться этому развлечению, был другом хозяина этой собаки. Вообще, звучит как затравка, значит, преамбул 10 серии мыльного сериала. Человек, который должен был предаться с собакой некому развлечению, был другом хозяина этой собаки. Да, он был другом хозяина этой собаки в жизни. Вот по жизни он был другом. И в произведении, и по жизни был другом. И в произведении тоже становится ясно, что, по крайней мере, он очень хорошо говорит о хозяине. И ясно, что они друзья. А можно попробовать дать ответ? Пожалуйста. Это стихотворение Сергея Есенина «Дай Джим на счастье лапу мне». А развлечение? Собака должна была лапу. Судите сами. Стихотворение называется «Собаки Качалов». Качалов был великий русский актер Василий Качалов, друг Сергея Александровича Есенина. Если вспомню после всех наших перипетий. «Дай, Джим, на счастье лапу мне, такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне, да тихую бесшумную погоду. Дай, Джим, на счастье лапу мне, пожалуйста, голубчик, не лежись. Пойми со мной хоть самое простое, ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Хозяин твой и мил, и знаменит, и у него гостей бывает в доме много, и каждый, улыбаясь, норовит тебя по шерсти бархатной потрогать. Ты по-собачьи дьявольски красив, с такой милой и доверчивой приятцей, и никого ни капли не спросив, как пьяный друг ты лезешь целоваться. Мой милый Джим, среди твоих гостей так много всяких и не всяких было, но так, кто всех безмолвней и грустней сюда случайно вдруг не заходила, она зайдет, даю тебе по руку, и без меня в ее уставит взгляд, ты за меня лизни ей нежную руку за все, в чем был и не был виноват». Ольга, развлечение! Ну, заметьте, вы победили. Дай, Джим, на счастье лапу мне. А развлечение «Давай с тобой полаем при луне» на тихую бесшумную погоду. Ну что, неужели еще один тур? Да? Ну, крепитесь. Сейчас будет совсем сложно. Отгадайте, пожалуйста, некий сюрприз, описанный в произведении зарубежной литературы. Сюрприз связан с нашей темой «Части тела». Некий сюрприз, описанный в произведении зарубежной литературы. Пожалуйста. Этот сюрприз был подарен? Ну, он не был подарен, он был явлен. Был ли этот сюрприз приятным? Как вы думаете, все сюрпризы приятны? Нет. И этот не был. Но был сюрпризом. Этот сюрприз был связан с едой? Нет, с едой он не был связан. Пожалуйста. Дарителем или человек, который подготавливал этот сюрприз, была женщина? Человек, который приготовил этот сюрприз, была женщина. Этот сюрприз появился у молодого человека? То есть? Значит, сюрприз приготовила женщина. Женщина молодому человеку. Ну, да, можно сказать так, молодому человеку. Но сюрприз не был приятным. А можно еще один вопрос? Можно еще один вопрос? Пожалуйста. Женщина обладала магическими способностями? Женщина обладала серьезными способностями, но не магическими. Итак, произведение зарубежной литературы. Некий сюрприз, который некая молодая дама приготовила некому
молодому человеку. Сюрприз не был приятным. Дама не обладала магическими способностями, но была очень способной. Чрезвычайно способной, пожалуйста. А этот сюрприз был частью тела? Во что мы играем, дамы и господа? Был ли сюрприз, который молодая красивая девушка приготовила молодому человеку частью тела? Но, во всяком случае, он имел отношение к части тела. Безусловно, сюрприз имел отношение к части тела. Неприятный сюрприз, описанный в произведении зарубежной литературы, имел отношение к части тела и был приготовлен молодой девушкой, обладающей феноменальными способностями, но не магическим, молодому человеку. Эта женщина, либо этот мужчина, были ли у власти? Ну, вы знаете, все это как-то очень, очень эфемерно, но некой серьезной властью мужчина обладал, а женщина была возле власти, я бы сказал. Этот сюрприз был подготовлен заранее или получился случайно? Вы знаете, он был приготовлен-то давно, но не в качестве сюрприза, а получился случайно. Пожалуйста. Мне кажется, есть предположение. У вас есть предположение? Аплодисменты. Пожалуйста. Этот сюрприз – клеймо на плече леди Винтер, жены графа де Лафер, из произведения Александра Дюма «Три мушкетера». Взрыв аплодисментов. We'll be right back.
Ну что ж, дорогие друзья, начинаем наш финальный тур. За столиком сидят уже победительницы, уже почти студенты. Да что там, можно сказать, уже настоящие студентки Института филологии и журналистики Саратовского университета. Представьте, пожалуйста. Олейникова Юлия. Наталья Григорьева. Митина Анастасия. Кушкова Ирина. Замечательно. Ну, вы помните, что темой, которая объединяет все сюжеты сегодняшней игры, как это ни странно на маркизе, всевозможные части тела. Отгадайте, пожалуйста, некий ритуал. Ну, скажем так, описанный в произведении русской литературы. Некий ритуал, пожалуйста. Это был магический ритуал? Магический — это как-то слишком уж... Мне почему-то хочется сказать вам «нет». Хотя, может быть, я вам... Хотя, может быть, немножечко лукавлю. В этом ритуале принимали люди участие? Ну, и люди тоже, да. В этом ритуале принимал участие один человек? Да. Я думаю, что один. Этот человек был женщиной? Вы с такой надеждой это сказали. В ваших глазах читалась надежда на право женщины называться человеком. И я признаю это право, но в данном случае этот человек женщиной не был. Мужчина, принимавший участие в ритуале, был? Кем? Существом. Каким-то магическим. В общем, мне очень нравится, значит, женщина, была ли женщина человеком, а был ли мужчина существом? То есть как... Мужчина был мужчиной, как ему и положено. Это вымышленные персонажи? Ну, это каждому по вере его. Кто-то считает, что они существуют, и тогда для него они существуют, кто-то в них верит. Кто-то считает, что они вымышленные, для него они вымышленные. Ритуал был опасным? Для кого? Для того, кто его проводил. Ну, мне кажется, все-таки не будем сгущать краски. Думаю, что он не был опасным, но... Что-то такое зловещее в нем, наверное, было. Пожалуйста. Ритуал происходил на природе? Ритуал происходил на природе. Повлек ли какие... Жертвы? Нет. Разрушение. Были ли какие-то последствия этого ритуала? Ну, ритуал достигал своей цели. А тема, как вы помните, сюжеты, связанные с различными частями тела. А жертвы были? Вот я же сказал про жертвы. Жертвы ритуала? Ну, жертвоприношения. Жертвоприношения? Ну, в принципе, конечно, могли бы быть, но их там не было. Все кончалось хорошо. Ритуал был связан с какой-то религиозной тематикой? Нет. В ритуале участвовали животные? Животные в ритуале не участвовали. Все-таки я буду педант. Такое целое животное в ритуале не участвовало. То есть дать Джим на счастье лапу мне и давай полаем при луне, что замечательно продемонстрировала нам Ольга Борисова. Да, здесь... Не было целой собаки, допустим, и даже ее... Ну ладно, не важно, пожалуйста. Присутствовал ли огонь при этом ритуале? Огонь? Вот во время прям ритуала или потом? Во время. Во время нет. Была ли при этом гроза? Гроза при этом ритуале, но это необязательный атрибут этого... В развитии действия. Ну, могла быть. Раз на раз не приходится, понимаете? Когда-то могла прогреметь, когда-то не могла. Ритуал связан с приемом пищи? Во время ритуала или потом? Сам ритуал был приемом пищи? Сам ритуал приемом пищи не был. Но вот после того, как ритуал был сделан, уже произведен, пища, о приеме пищи шла речь. Этот ритуал проводится в наши дни? Опять-таки, кто во что верит? Ну что, подсказывать или нет? Абитуриенты. Ну если я сейчас подскажу, они сразу же отгадают. Итак, что нам стало известно? Давайте, значит, некий ритуал, описанный, ну, скажем так, в произведении русской литературы, тема, объединяющая все сюжеты, части тела, значит, части тела каким-то образом там участвуют, животное не участвует в ритуале целиком, а женщина-человек, но она не участвует в ритуале, сама вот в этом ритуале, не вообще, потом подразумевается, но в ритуале не участвует. То есть в ритуале участвует мужчина, никто там не погибает, хотя... Мог бы, никто не ест во время ритуала, но потом прием пищи предусматривается.
Что касается грозы, ничего не могу сказать. Ну вот и все. Могу вам подсказать, это подсказывать. Это ритуал перед аудиенцией. Ритуал перед аудиенцией. Принимал ли в этом ритуале человек из высшего сословия? Участие. Вообще, я считаю, что сословие, к которому относится этот человек, самое высшее, как правило. Но он не царских кровей. А это были сверхъестественные силы? Ну, принимали участие. Ну, вот на мистику я ответил нет, а в отношении к сверхъестественной скажу вам да. Сама аудиенция была перед королем? Перед королем? Да, перед королем. Нет, король здесь ни при чем. Вообще нет. Во время ритуала произошло какое-то стихийное бедствие? Ну, вы уже спрашивали о грозе. Вы знаете, не предполагается стихийное бедствие во время ритуала. И вам надо отгадать сам ритуал, некий ритуал перед аудиенцией. События, когда происходил этот ритуал, связан со средними веками? Ну, он вневременной. В этом ритуале была королева? Ни короля, ни королевы не было. Этот ритуал происходил где-то во дворце или в каком-то другом казенном заведении? Нет, не во дворце. В ритуале принимал участие часть тела какого-то животного? Принимал ли в ритуале участие часть тела? То есть жертвоприношения отрубают часть тела какого-то животного и приносят жертву, так? Приблизительно. Или не так? Ну хорошо, отвечу вам да. Ну, без моей преамбулы, просто на ваш вопрос. Нет вариантов? Когда вы берете призы и под аплодисменты зала возвращаетесь вместе с игрой. Ну что, дорогие абитуриенты, игра перешла к вам. Пожалуйста. А скажите, был ли целью этого ритуала поиск невесты? Поиск невесты? Да. Ну, вы знаете, может быть, в каких-то вариантах и поиск невесты тоже, но вообще это ритуал перед аудиенцией. Связана ли эта аудиенция с балом? С либо балом? До бала, либо нет, во время? Нет, нет. Спасибо. Пожалуйста. А во время ритуала обращались к Богу? Нет. Спасибо. Пожалуйста. Как-то вы очень угрожающе сказали мне спасибо. Нет, спасибо. Это еще более угрожающе. Мы можем долго тогда довольно с вами играть. Пожалуйста. Но это я не вам отвечаю, пожалуйста, а просто говорю, пожалуйста. Действие этой книги происходит в трех временах? Да нет. Все вот единовременно проходит. Другое дело, что этот ритуал сам вневременной, он может происходить и в средние века, и в наше время, когда угодно. Тема нашей игры – части тела. Задание – ритуал перед аудиенцией. Пожалуйста. Действие происходит. Мы выяснили, что действие происходит не во дворце, а на природе. Я вижу. Пожалуйста. А ритуал, может быть, совершается в потустороннем мире? Ну, мы уже выяснили, что сверхъестественная сила присутствует в ритуале. Он именно совершается не с присутствием сверхъестественной силы, а именно самой сверхъестественной силы. Может быть. Ну, можно сказать, что в ритуале сверхъестественное существо, если вам так нравится, присутствует. А скажите, пожалуйста, а этот ритуал был связан с коленом? С коленом? Да. Ну, в какой-то степени, конечно, колено принимало участие, я думаю, в этом. То есть можно домыслиться, что колено принимало участие в этом ритуале. Но так, чтобы это было просто колено, прежде всего, я бы не сказал. Но колено там было задействовано, я так думаю. Правда, тот, кто назовет это коленом, пусть первый бросит у меня камень, ну ладно. Ну, пожалуйста. А долгий ли по продолжительности этот ритуал? Я думаю, быстрее, чем его отгадывание. А этот ритуал происходит зимой? Какие-то у меня летние ассоциации с этой историей, понимаете? Может быть, конечно, он может произойти и зимой. Это кого когда угораздят попасть в это место для совершения ритуала? Кому когда вот аудиенция потребуется, в какое время года, тот он в это время года этот ритуал и совершает. Задействовав в нем некое колено. Но у меня такие летние веселые детские ассоциации. А один ли раз во время действия произведения происходил этот ритуал?
Или он повторялся с какой-то периодичностью, или один раз описан? Вы знаете, я вам сейчас буду подсказывать совсем и скажу, что произведение – это, в общем-то, не одно, произведений много. И в каждом произведении этот ритуал может один раз произойти, но если потребовалось вдруг еще раз аудиенция, он опять произойдет. Но без ритуала, без этого, аудиенция не состоится. Спасибо. Пожалуйста. А этот ритуал имеет какое-то отношение к браку? К браку? Да. Ну вот, к женитьбе. Да. Ну, я еще раз говорю, что возможно для того, чтобы свою суженую найти, возможно, ищущий ее, вот тот самый, кто принадлежит, по-моему, к самому высокому сословию в России, но не к царскому. Так вот, значит, человек, мужчина, принадлежащий, по моему мнению, к самому высокому сословию в России, может быть, для того, чтобы найти свою суженую, и ему требуется аудиенция у некого высокого лица, высокопоставленного, и он, чтобы обратиться к нему за помощью, совершает некий ритуал. Пока ритуал не совершится, в это высокое лицо его не примет. И части тела имеют, пусть это будет даже колено, если вам так нравится это слово, да простят меня обладатели колен, имеют к этому отношение. А целью этого ритуала был ли поиск ответа на вопрос какой-то? Ну, надо было встретиться сначала с этим высоким должностным лицом, а потом уже оно тебе поможет в самых разных вещах, если что. У этого должностного лица тоже была отдельная часть тела и тоже связанная с коленом, между прочим. Мы, правда, не ее загадали. А в этом ритуале не участвовала императрица? Нет. Вы считаете, что у этой самой императрицы была та самая часть тела, типа колена, выдающаяся? Нет, это была не, она была, не была императрицей. Спасибо. Пожалуйста. Ну, если вы простите меня, что я вот так вот сделаю, идя за водой, и потом... Все. Пожалуйста. Ритуал связан каким-либо образом с поцелуем? Нет. То есть, в принципе, когда он еще встретится с этим высоким должностным лицом, они, конечно, могли там целоваться, несмотря на выдающиеся части тела этого лица, долго и страстно. Но это, об этом ничего в произведении не сказано. В этом ритуале принимало участие некое строение? Строение? Да, здание. Принимало ли участие студент второго курса? Как вы думаете, строение принимало участие в этом ритуале? Да, принимало. У меня есть версия. Пожалуйста. Это избушка на курьих ножках, это строение. И к ней обращались избушка. Избушка, избушка, стань ко мне передом, к лесу задом. Я думаю, что у этих курьих ножек есть колени. И более того, у высокого должностного лица Бабы-Яги, как вы помните, была костяная нога, ну а Иван-Дурак, безусловно, принадлежит к самому лучшему, самому высокому сословию в России, потому что это действительно на нем мы все и стоим. Аплодисменты, поздравляю. Прошу вас. Еще раз представьтесь, пожалуйста. Ирина Кушкова. Ну и так, Ирина, вспомню, что мы сегодня отгадали. Отгадали мы некий фоторобот, да, составленный Агафьей Тихоновной в «Женитьбе Гоголя». Идеальный портрет жениха. Кстати, я мог бы другое задание, по-другому сформулировать задание из этого тура. Мог бы сказать некий побег, потому что вы же помните, что Подколесин в итоге выпрыгивает в окошко. Так что побег тоже могло быть, но все-таки сформулировали как фоторобот. Что еще? Некое совместное развлечение, да? Дай Джим на счастье лапу мне. Кстати, как вы думаете, а если бы Джим дал лапу хироманту, то у него прочитал бы что-нибудь? Да. Прочитал? Понятно. Значит, такой просьба хироманта к собаке. Дай Джим на счастье лапу у меня. Что мы там еще отгадали? Да, ну, конечно, замечательный сюрприз. Собачье который... сердце, разруха. Да, разруха, которая жила в головах, по мнению героя собачьего сердца профессора Преображенского. Ну, замечательный сюрприз, который Миледи приготовила Атосу на своем плече, ту самую лилию. Ну и вот, собственно говоря, все. Теперь вам надо выполнить некий ритуал, чтобы встретиться с нашим гостем, чтобы получить аудиенцию у нашего гостя. Просто задавайте мне 10 вопросов, чтобы отгадать русского актера.
Наш гость снимался в кино? Как ни странно, наш гость, известный русский актер, не избежал этой участи, в кино он снимался. Наш гость брюнет? Знаете, мне очень нравится этот вопрос, потому что, значит, брюнетов в кино у нас раз-два и обчелся. И после моего ответа на этот вопрос, в общем-то, уже можно будет отгадывать. Да уж не буду спрашивать, не буду рисковать, спрашивать, как бы вам хотелось, а то вы попросите блондина. И конец игре, потому что он просто не выйдет, потому что он брюнет. Наш гость известен за рубежом? Ну, наверное. Зачем нам ориентироваться на зарубежного зрителя, скажите мне, пожалуйста. Давайте апеллировать к российскому зрителю. Тем более, что вы уже много узнали. Гость, известный актер, который, тем не менее, умудрился сняться в кино. И еще, ко всему прочему, брюнет. Он играл какую-нибудь историческую личность? Да, было и такое. Причем, по-моему, парочка из этих личностей тоже были брюнетами, мне кажется. Он принимал участие в озвучивании мультфильмов? Вот, вы знаете, честно говоря, я не знаю, принимал или не принимал, но даже если принимал, думаю, что вам ответ на этот вопрос много не даст. Потому что, по крайней мере, «Волков, ну погоди», он не озвучивал. Он играет в МХТ имени Чехова? В МХТ имени Чехова он играет. Вы знаете, вы... Я случайно попала. Я понимаю. Да и вообще... В МХТ сейчас можно попасть только случайно, потому что там такое количество желающих. Я имею в виду, нет, не актером МХТ. Актером МХТ случайно коллегу получше не попадешь, там все очень точно. А вот зрителю попасть очень сложно. Наш гость происходит из актерской династии? А вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы быть из актерской династии, надо быть родственником актера или достаточно быть однофамильцем? Родственником. Нет, не происходит. То есть он однофамилец актера? Я этого не говорил. Он сам актер. Вы видите, какой абитуриент пошел новый, потому что на первых программах просто меня оглядывали и начинали спрашивать, выше вас, ниже вас, старше вас, младше вас, и все сразу становилось ясно. Актер младше вас? Младше. Итак, молодой брюнет, играющий в МХАТе, в МХТ имени Чехова, имеющий в своем багаже несколько, ну, по крайней мере, двух исторических персонажей, который еще, ко всему прочему, снимался в кино. Он имеет какие-нибудь звания? Нет выше звания, чем русский актер. Это вам у счастливцев, с несчастливцем из леса подтвердят, если что. У него есть семья. Итак, значит, семейный молодой брюнет, играющий в МХТ, актер, приехал к нам и ждет, когда вы его отгадаете. Но он не происходит из актерской династии, если вы имеете в виду только родственное, так сказать. Он является однофамильцем других известных актеров? В актерской среде не только один наш гость носит эту фамилию. Давайте еще один вопрос вам дадим, если хотите. Нет? Вы знаете, вот нет здесь Кирилла Михайловича Захарова, а то я помню, была замечательная история. Кирилл Захаров, известный всем, кто смотрит «Маркиз уходит», ваш будущий преподаватель. Однажды, единственный раз в истории, умудрился выиграть два финала на «Маркизе». И как победитель двух финалов, он вышел отгадать гостя. И вот он 10 вопросов задал. После 10 вопросов он хотел совершить побег такой. А я ему говорю: Кирилл, 10 вопросов как к победителю одного финала, а как к победителю второго финала еще 10 вопросов. И вот, значит, Кирилл, изображая жертву, стоял здесь еще 10 вопросов и мучился. Поэтому вы из себя жертву не изображаете, пожалуйста. Не хотите аплодисментов вам, потому что вы блистательно сегодня играли. Великолепно, спасибо вам. Вы возвращаетесь в зал с микрофоном, и игра возвращается к вам. У вас есть версия? Часть тела, которая имеется в виду, приуроченная как раз-таки к нашему герою, это ладонь? Часть тела, которая приурочена к нашему герою, ладонь? Вы знаете, но поскольку наш герой обладает всеми частями тела, то ладонь
может быть приурочены к нему? Отвечаю вам, да. Это мой любимый актер Юрий Чурсин. Гость нашей программы Юрий Чурсин. Добрый вечер. Добрый что сейчас? Добрый день сейчас? Ну, не важно. Сейчас. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, для тех, для кого игра в «Маркизу» вот перед этим совершенно потеряла абсолютный смысл, потому что они задают вопрос, а кто это сейчас? Меня зовут Юрий Чурсин. Я артист театра МХТ и просто русский артист. Как уже это выяснилось. Поздравляю, Ира, где вы? Ира, дорогая, простите меня, пожалуйста, я заставил вас так долго мучиться. И, в общем, я не знаю. Я вас поздравляю как победителя, вы большой молодец. Поздравляю вас тоже. Спасибо большое за то, что меня отгадали. Юр, ну на самом деле вас отгадали очень быстро. Девушка, которая вас отгадала, ей можно вручить этот приз. Да, потому что она сказала, что вы ее любимый актер. Юр, и поскольку вопрос был совершенно ясен, имеет ли ладонь отношение к нашему гостю, а тут еще был вопрос, отдает Джим на счастье лапу мне, и это... Подсказок было очень много, если вы будете пересматривать, конечно, программу, ведущий был чрезвычайно добр ко всем участникам. Каждую секунду в каждом слове намекал на мое присутствие. И вы очень быстро появились. Ну, раз вас отгадали по участию в фильме «Хиромант», я понимаю, что этим вопросом вас уж 6 лет назад мучили постоянно совершенно, но тем не менее, чтобы для затравки разговора, давайте вспомним об этом фильме. И все-таки ответьте мне на вопрос, пожалуйста, если вот Джим даст если жизнь лапу, на Марсе, нет, да? если Джим даст лапу Хироманту, он по лапе собаки может что-нибудь угадать? По лапе собаки, наверное, нет. Хотя, не знаю, но никогда не проверялось. По руке человека, да, конечно же, может. На самом деле, оказалось все достаточно просто и отнюдь не мистически, если воспринимать силы природы как естественные. Оказалось, что вся наша ладонь и рука соответствует определенным знакам зодиака и планетам, собственно говоря. И все те мастера, которые с поколения в поколение получили курс какого-то объяснения того, как знак зодиака и планета в своем сочетании что это, в общем, означает, то все соединения начинают говорить сами за себя. И все оказалось очень просто. Есть астрологическое знание индийское, которое называется Джойтиш, и относительно его на этой основе, собственно говоря, строится все понимание хиромантии. То есть астрологи, брахманы, которые, в общем, занимаются изучением этой науки, они, естественно, и как-то очень легко проходят курсы хиромантии тоже, то есть для них это, в общем, не является ничем удивительным, и все они этим владеют, и вплоть, ну, как могут делать свой какой-то там анализ на всю жизнь, на прошлое, на будущее, так и, в общем-то, относительно сиюминутных каких-то вопросов. И отгадывать или там, предсказывать, видеть, что происходит вот, в реальном времени. Если что-то понятно из того, что я произнес, то вот это то, как я это понял. Юр, я просто представляю, сколько рук вам пришлось разглядывать после того, как вы сыграли эту роль на улице, потому что наверняка же к вам каждый, кому не лень, подходил, протягивал свою ладонь. Да, по-разному было, но
Многие, конечно, персонажи запомнились надолго, потому что съемки происходили не только в павильонах и в каких-то местах нас окружающих, но и в местах заточения русских различных неблагонадежных людей, в колониях, в армии, в общем, рук пришлось посмотреть очень много, это правда. Вот. И, конечно, эти силиконовые руки, которые делали художники, тоже забыть тяжело. Всякие макеты и то, что было выдумано авторами кино. Вот. И поскольку как-то так был такой период, когда все, в общем, изучалось, и хиромантия, и физиогномия, это называется наука о лице, которая то же самое, в общем-то, соединяется со всеми астрологическими знаниями, все собиралось в свою какую-то общую массу, и люди запоминаются, конечно же, изучаются проще. То есть их можно видеть уже относительно их характера, не только внешнего, как он проявляется, но и внутреннего, такими, какие они рождены на свет. Пожалуйста. Спасибо. Юрий, я просто в восторге, не верится, что это вы. Просто... Спасибо большое. Спасибо. Ну, мы вас называем молодой актер, и так оно и есть, но сколько вы сделали, сколько вы снимались, сколько мы любовались и в театре, и в кино, вы успели за свою молодую жизнь на много-много актерских судеб сделать. Спасибо огромное. Фильмов и спектаклей великолепных просто. Я очень о многом хочу вас спросить. Я просто начну с самого простого. Вот у нас есть Людмила Чурсина, и вот Чурсина, Чурсина, да, хотелось бы от вас услышать, это ваша тетя или игра или сегодня вся решила. Нет, мы являемся однофамильцами, я счастливый обладатель созвучия этих наших фамилий, не более того. Я тогда сразу спрошу, как вы пришли в это искусство, то есть как вы почувствовали, вы сами почувствовали или кто-то подсказал, вот как вы пришли именно, вот стали актером? Да, вы знаете, в какой-то момент, как вот, наверное, в тот же самый момент, который происходит с большинством вот людей, которые здесь присутствуют, а именно будучи абитуриентом, я понял, что какая-либо профессия, связанная с сидением на одном месте, с отсутствием большого количества переездов в год и заставляющая утром приходить на работу и вечером уходить с нее, она никак мне не годится по характеру. Все, что я перебирал в своей голове, было невозможно. Единственное, на что покушалось мое какое-то желание, была археология, и то только из-за того, что можно было ездить в экспедиции, но я понимал, что нужно было учить историю. А поскольку никакой науки я за все 10 лет школы, в общем, не изучил, кроме как быть обаятельным на сцене, вне школьное время, я понял, что, конечно же, театр. И желание было мое настолько сильное, что когда у моих в ту пору несчастных родителей, потому что, конечно, сын шел вообще неизвестно куда, а ныне, я надеюсь, счастливых, потому что я, в общем, очень много делаю и вот во славу их, потому что они такие молодцы, что мне доверились. Конечно, все истории о том, куда можно было пойти, у меня абсолютно потухал глаз, и я ничем не хотел заниматься. В итоге обстоятельства сложились так, что я добился своего, и мой тятенька отправил меня учиться к великолепнейшему мастеру Нечаевой Наталье Ивановне, которая прочитала мне курс художественного слова и, в общем, стала меня учить читать стихи. Это было буквально за полгода до поступления в институт, и также я был препровожден в подготовительные курсы Щукинского театрального училища, где, слава богу, продержался полгода и с этих курсов стал поступать уже в институт и поступил, собственно говоря, в Щукинское театральное училище, поскольку учителя меня уже были, как-то они уже меня знали, и я был подготовлен прекрасным мастером. И
Я пошел, собственно говоря, на тур. Это было непросто, потому что все абитуриенты театральных институтов поступают в несколько институтов сразу, в одно и то же время. И никакой гарантии, что ты поступил, даже уже после того, как у тебя приняли документы, нет. Потому что может все повернуться, ты можешь в первую неделю вдруг могут понять, что ты там как-то не подходишь к театральной профессии, или ты сам осознаешь, что тебе это не по зубам, или тебе этого не хочется. И все может измениться. И во многих институтах меня не приняли. Буквально с какого-то первого тура, с второго тура, с прослушивания. И вот в итоге Щукинское училище, которое я так постепенно как-то там все оставался, приняло меня на курс Юрия Вениаминовича Шлыкова, моего мастера, который 4 года обучал и вытаскивал студента Чурсина из всяких разных заблуждений, которые были внутри. Потому что я как-то происхожу из семьи военных, и в театре мы были всегда в качестве развлечения, то есть не было такого прям погружения в театральную культуру, и не было тонкого вкуса, не было очень многих вещей. И я пришел практически дикий, бывая в театре, ну, наверное, на каких-то школьных представлениях, когда класс ведут в театр на вечерние представления, не более того. И это, конечно же, отложилось на моем сознании, и очень огромную работу проводили учителя, и выгоняя на первом курсе, и мой мастер заступался за меня, давая мне надежду, что, может быть, из этого парня что-то выйдет. И в итоге как-то все, слава богу, благополучно завершилось. Институт был окончен. Вот такая история. Я тоже хочу спасибо большое сказать за удовольствие, доставленное вашей великолепной игрой. Пьеса Островского «Лес» здесь спасибо. Были с гастролями. Потом еще одна пьеса, где вы с Дюжевым переодевались в девушек, тоже бесподобная вещь. Спектакль «Примадонна». Вот, и это самое. У меня вопрос такой. Откуда вы родом? И подробнее еще вот расскажите о детстве, о родителях. Ну, вот Александр Александрович скажет, что это я не просто так вопрос задаю, потому что фамилия Чурсина мне, Чурсин мне не это, близко знакома. Ну вот, так она я будет, я думаю, ага. Что знакома еще ближе. Расскажите, родом просто в одной фамилии. Да, у моего родителя была шутка из старой советской песни. Мой адрес не дома, не улица, мой адрес Советский Союз. Родители выбрали судьбу военной семьи. И, соответственно, даже я и не упомню, сколько мест жительства поменяла моя семья. Поэтому говорить конкретно, откуда я не очень могу, потому что я вспоминаю очень разные места, разных людей, и как-то все они для меня очень важны и оставили свой след в моем характере и в моем развитии. Какой-то прям возрастной период из маленького подмосковного городка. В Подмосковье воспитывался. Так, в общем-то, ничего интересного. Юр, вот так, хорошо, я попозже. Вот скажите. Ира. Здравствуйте. Я относительно недавно видела, как вы играли Атоса в новом фильме Жигунова «Три мушкетера». А вот чем именно вам близка была эта роль? Атоса, вот графа де ля Фер, Варенина. Тем, что он абсолютно со мной не схож. Вообще трудно было его играть, раз вы. Трудно было его играть. Трудно было его играть из-за его вот этого внутреннего провала в зло, в злой характер. То есть в его вот этот вот рубеж, когда он становится абсолютно злющим, забывающим обо всем человеком.
Это было трудно, это было манка, и это было, было, было основой, собственно говоря, характера, потому что для меня этот человек осознавал свой вот этот вот рубеж, поскольку он попал в такую ужасную ситуацию, когда он не смог простить или войти в положение своей возлюбленной и не нашел ничего лучшего, кроме как вздернуть ее на суку. А как это было в варианте Сергея Викторовича Жигунова? Потому что в книге, конечно же, он ни на сколько не сокрушался, ни на секунду не сокрушался из проделанного. Мой герой и вот наш герой в «Трех мушкетерах», он, конечно же, чрезвычайно переживал и тем самым стремился себя погубить, поскольку, в общем, был на себя рассержен. И вот это вот внутреннее состояние вот было чрезвычайно интересно. Оно очень много давало, и мы все время, благодаря Сергею Викторовичу во многом, потому что я сам по себе оказался легче, чем эта роль. То есть этот человек был как бы и старше, и тяжелее, и в чем-то грубее. То есть многие качества, которые мне не свойственны. И благодаря Сергею Викторовичу они очень контролировались, где нужно добавлялись, где нужно какие-то вещи убирались. Спасибо за вопрос. Позвольте мне. Юра, мы раз уже заговорили об Атосе, просто в 94-м году, 20 лет назад, у нас был уже другой Атос, Вениамин Борисович Смехов. Кстати, потом еще и Бонасье приезжал из того фильма Леонид Каневский. И все они рассказывали, ну, прежде всего, конечно, Смехов, о том, какие это счастливые дни были вот, съемок этого фильма. Расскажите, пожалуйста, о том, как вам снималось. Потом я знаю, что были еще интересные истории с постановкой драк, постановщики, которые шли от характеров. И у вас очень интересный эпизод с Миледи, с Екатериной Вилковой, с которой вы вообще во многих фильмах играете. Эпизод, которого нет в книге, вот когда игра в то, что все вернулось, когда встречаются в замке Атос и Миледи, как будто бы она по-прежнему графиня. Он граф великолепно сыгран, на мой взгляд, эпизод. Спасибо. Перед казнью. Вот если можно и о фильме поподробнее, об атмосфере съемок, и, потому что всем это интересно, все равно это новое такое прочтение старой классики, в том числе и киноклассики, и о вашей партнерше Миледи тоже. Спасибо. Вы знаете, наверное, это свойство материала. Потому что лучшего времени, как времена съемок, вспомнить очень тяжело. Потому что все бегали друг за другом со шпагами, гонялись на лошадях, неважно, шла съемка или нет. Все усмиряли неуемного Д'Артаньяна, Ренале Мухаметова, оттаскивали от тарелки с едой Портоса и сбрасывали девиц с колен на Рамиса. Это все было во время съемок, и это было великолепно, потому что каждый занимал какое-то свое место, и какое-то вот это вот внутреннее безрассудство, оно все время присутствовал. Но знаете, это во многом благодаря, собственно говоря, самому Сергею Викторовичу, потому что его задача была всю эту атмосферу сохранить, всю эту атмосферу создать, все это как-то поддерживать. И это он был инициатором многих, я сейчас администрация одного отеля говорю, что это он был ответственен за ту вечеринку. Вот, это все придумал он. И поскольку он в нем в самом есть вот этот вот неуемный мушкетер, конечно, он нам всем передавал искусство, как пропивать лошадь и при этом утром быть твердо сидеть в седле, твердо держать ногу в стремени. Он, конечно, это прям вот супермастера. Но это передалось, наверное, ему еще от нашего как бы легендарного состава, основного состава «Трех мушкетеров», и от Михаила Сергеевича, и, в общем, от той компании. И, как я сейчас понимаю, поскольку мне идут съемки, вернее, я снимаюсь рядом, у меня такая честь вот в жизни посетила с Вениамином Борисовичем, и мы на площадке встречаемся, и, конечно,
они безудержные, неважно, сколько им лет, они такими останутся всегда. Съемки происходили в великолепнейших местах, и в Петербурге, и в Чехии, и, конечно, все это перемешивалось с нашими костюмами, с волей, которая была и в кадре, и нас окружала. Это, конечно, самые счастливые времена. Один из тех проектов, когда участники встречаются, подмигивают друг друга и говорят, ну, мы-то с тобой знаем, что имеется в виду. Екатерина Вилкова, прекраснейшая партнерша, конечно же, во многом поддержала всю эту историю, потому что невозможно сыграть с партнершей, если она не поддерживает и не дает тебе поле для игры. Она в этом большая мастерица, она прекраснейший профессионал и великолепная актриса, которая может меняться в кадре до неузнаваемости, то есть превращаться совершенно в другого человека. Это было интересно, это была сцена, которую придумал Сергей Викторович Жигунов, вот эта финальная сцена ужина, это его, в общем-то, затея, и он видел в этом какую-то законченную историю, поскольку произведение литературное, и, как стало понятно из истории, произведение «Три мушкетера» был таким немного еженедельным журналом, и выпускалась каждую неделю какая-то новая часть, и во многом она зависела от отзывов читателей, поэтому сюжет там немного расплывался, он уходил, какие-то персонажи забывались, какие-то вспоминались вновь. И, конечно, главная задача Сергея Викторовича была в том, чтобы начать и закончить любой персонаж. Он с этим справился, на мой взгляд. И вот была придумана эта сцена, которую мы разыграли на двоих. И как-то она так буквально на грани как-то прошла через, в этом фильме, на мой взгляд. Но вроде бы все получилось. А постановки «Драк», потому что это очень интересно. Постановка «Драк» была, конечно, это был подарок от нас Сергея Викторовича. Даже казалось, что Жигунов очень многие вещи сделал за свой актерский и режиссерский, и продюсерский путь специально для того, чтобы у нас оказался постановщиком «Драк» Мишель Карлиес, который вот буквально вчера приехал в Москву на фестиваль «Серебряная шпага», который завтра завершится, и я надеюсь, что нам еще получится увидеться с ним. Это, конечно, великолепно. Это работа тандемная, потому что, конечно, постановщик фехтовального боя очень сложно работает, если его не уметь снимать. Если его уметь снимать, очень сложно это все понять, если этот материал не умеют монтировать, если этот материал не умеют озвучивать, если непонятен язык. Они великолепные мастера. Первый раз в жизни я видел, как включалась какая-нибудь джазовая композиция, и в зависимости от ритма, синкопирования и, в общем, какого-то ровного квадрата и все, что можно в нем проделать, все это импровизация, все это выстраивалось на бой и шпаги. Как были простроены весь язык и все взаимоотношения участников драки, когда они видели друг друга, с какими шутками, с каким проявлением характера в каждом все это было сделано, это было потрясающе, великолепно. Какие-то вещи удалось монтировать фильм, какие-то вещи не прочитались, потому что у нас, конечно, этой школы отсутствует, и это более подробная работа и затрагивающая какой-то еще больший пласт времени, чем было позволено, но какие-то вещи прям удались и очень были профессионально сделаны. Вот. Великолепный опыт и, конечно, счастье, что получилось так. Ой, вот все это сделать. Я помню, в фильме «Трое». В фильме «Трое», я помню, вот Брэд Питт, который играет Ахиллеса, ему говорили, что ты убийца. Твоя манера драки, вот как у такого уличного боксера, который не смотрит в глаза, а если посмотрел, он сразу же убивает. А вот вашего Атоса как ставили? Да, моему Атосу проставили самый жестокий бой.
на итальянской, основана на итальянской школе, которая не подразумевает никакого маневра, а призывает к абсолютному сразу убийству. Это было сделано от характера, и в тот момент, когда Мишель встал в стойку нетрезвого Атоса, и холодными глазами надо видеть Мишеля, у него длинные волосы, он, в общем, в очень таком как бы благородно потрепанном виде, со щетиной и там, после какого-то дальнего перелета. И его, конечно, стальные глаза, когда он направил шпагу, они выставили образ сразу за секунду. Все стало понятно про этого человека, как только Мишель показал, вот, как ведется бой. И он очень... то есть все драки моего персонажа были простроены на короткий укол, на какой-то не очень большой маневр и очень быстрое убийство. В отличие от Арамиса, который, наоборот, увлеченно какие-то проделал финты, даже останавливал своего противника для того, чтобы повторить и как-то еще точнее сделать, как бы просил, чтобы не могли бы взять шпагу, сейчас еще раз зок я. Ага. Вот. И Портоса, который просто в какой-то момент бросал шпагу и начинал колотить всех уже дверьми, ставнями, лавками и кулаками, и бросал там через забор людей по 2-3 человека. И это было очень точно проделано в каждом персонаже, это все, конечно, считывалось. И было большим подспорьем на площадке, потому что о каких-то вещах даже не надо было думать, они были заложены во всю психофизику, во все движения, во все паузы, во все взгляды. Это все было заметно. Надо сказать, что когда мы были на третьем курсе, у нас начался этот предмет, были несколько человек, которые тут же стали фанатами этого вида сценического боя. Сразу же приобрелись какие-то личные шпаги, а для студентов в ту пору это было, в общем, большим богатством иметь собственный клинок. Но все подразорились и получили оружие. И потратили очень много времени на то, чтобы выставить себе руки, ноги, знать, как отходить, нападать, что видеть, что нужно делать, что не нужно делать. И наш учитель фехтования давал несколько материалов, на которые нужно было учиться, в том числе фильм, который в русском прокате был переведен как фильм «К бою», но это была вторая версия фильма «Горбун», то, что снималось раньше с Море и Винсент Перес, и не помню, как фамилия французского артиста, тоже по старинному французскому роману «Горбун». Там был специальный удар, который проделывался долгий-долгий финт, и шпага врезалась между глаз противника, единственное хрупкое место в черепе человека, куда, собственно говоря, точным ударом попадала шпага. И вот нам показывали, давали задание смотреть этот материал и все это как бы впитывать и видеть всю культуру боя. И, конечно же, встретиться с тем человеком, который все это придумал, который все это проделал, который сам придумал, как снимать этот бой и выдумал этот финт, собственно говоря, этот весь удар. И, конечно, это было фантастически. То есть, вот, собственно говоря, видеть этого человека и с ним здороваться, это был Мишель, папа которого делал фильм «Горбун» с Море. А когда появилась компьютерная графика, они поняли, как сделать вот этот вот, собственно, удар в лоб и сделали ремейк этого фильма. Вот, собственно. Можно спросить, сочиняли ли вы когда-нибудь стихи? Если сочиняли, прочитайте один, пожалуйста. Да, я сочинял стихи на первом курсе. И, слава богу, уберег меня Бог всех их сжечь. Потому что сейчас, если бы я их прочел, вы бы, наверное, больше никогда не смотрели ни единого моего фильма и не ходили бы ни на один мой спектакль, так они были плохи. Вот. Поэтому я в конце прочитаю буквально 2 стихотворения, но это будут не мои стихи, сразу вас предупреждаю. Спасибо. Пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам большое за счастливое детство, потому что моя семья смотрела не «Санта-Барбару», а «Хироманта». Спасибо вам. Я вам за это очень благодарна. Вопрос такой. Маркиза — игра литературная. А были ли в вашей жизни книги, которые как-то поменяли ваше мировоззрение, возможно, заставили над чем-то задуматься, которые вы могли бы посоветовать прочитать нам сейчас? И какие это книги? Была одна книга, по-моему, это была «Критика чистого разума» Канта. Эта книга попала мне в руки как раз на первом курсе, когда меня выгоняли. Мне сказали, что я не могу продолжать учиться, потому что я совершенно, ну, я не могу ничего знать, понимать, потому что я ничего не знал и не понимал всю свою жизнь, а уже был, в общем, 18 лет, по-моему. То есть время было упущено. И в итоге нужно было сдавать экзамен по философии, и попалась в руки книга «Критика чистого разума», которая поставила меня в тупик и явилась для меня зеркалом, что да, так оно и есть. Я абсолютно глупая, тупое существо, которое ничего не понимает, ни слова. Это была первая книга, которую мне удалось прочитать, по-моему, первый абзац. Вот. И моей победой было его понять. Наверное, после этого так меня тянуло ко всяческого рода философствованию, и, наверное, по моей речи вы видите, что я иногда, в общем, блуждаю в этом темном лесу. Книга в вашем возрасте, которую стоит прочитать, мне кажется, что великолепно произведение Германа Гесса и «Степной волк», собственно говоря, и «Сиддхартха» можно вполне прочитать. Что еще? В вашем возрасте, мне кажется, очень модно прочитать «100 лет одиночества», если вы не читали. И козырять перед своими сверстниками о том, что вы уже это сделали, а они еще нет. В вашем возрасте, наверное, не знаю, в вашем возрасте, мне кажется, надо перечитывать раза по три, конечно, «Войну и мир». Заканчивать его, бросать, через 5 лет снова за него браться, и оно будет каждый раз открываться для вас какой-то с новой стороны. И, конечно, русскую классику осторожнее быть с Достоевским. А все остальные, и, в общем, понять, в чем юмор, и не верить в жестокость Антона Павловича Чехова, а все-таки думать, что он любил людей больше, чем их ненавидел. Наверное, больше я вам ничего так вот прям из литературы не могу подсказать. Спасибо. Спасибо вам за вопрос. Юрий, добрый день. На телевидении. Мы приехали. Of a newborn pony, left, right, left.
up, son. Go ahead and have her. Go ahead and leave her. You only ever had her when you were a fever. Cool.